Возможность надо им предоставлять. Этот оркестр из, ну как мы говорим, общеобразовательной школы. Это самодеятельность школьная, не профессионалы. Играют они совсем недавно. Они около года, если я не ошибаюсь, собрались и играют вместе. Мистер Дэвидсон преподает музыку в этой школе. Они все из одной школы. Ребятам, как вы видите, наверное, от 15 до 19 лет они учатся в разных классах. Обратите внимание, для меня это было удивительно, как много девчонок играют на духовых инструментах, на саксофонах и трубах, и многие из них солируют, играют с упоением, с азартом, с интересом. А начинают они свою программу, да, они уже готовы, начинают они свою программу с замечательной зажигательной мелодии, которую с одинаковым удовольствием играют и музыканты джаза, и музыканты классического рок-н-ролла. Rock around the clock, рок круглые сутки. Наших гостей композиция Леса Хупера, которая называется Saturday Night Blues, блюз субботнего вечера. И снова сюрприз. И не только потому, что это ансамбль, который возникает вот прямо сейчас на наших глазах, но и потому, что солист, приехавший из Донецка, замечательный советский трубач Валерий Колесников, впервые на Архангельских днях джаза. Thank you.
Оркестр Дириго из штата Мэн и его руководитель Рекс Дэвидсон из города Портленда, вернее, из городка небольшого Диксфилд, недалеко от Портленда. А Дириго, название оркестра, означает по латыни «Я указываю направление». Это